Всем привет! В сегодняшнем видео я хочу показать, как можно связать такую сумочку, кошелечек, косметичку с прямоугольным дном для прямоугольных фермуаров. Вот так вот эта сумочка выглядит. В этом видео я расскажу, как обычно, какую пряжу взять, какой бисер, на что обратить внимание. В общем, все шаг за шагом. И если вам такое интересно, оставайтесь со мной. Также, если вам интересно, можно посмотреть мой другой мастер-класс, мой предыдущий, там, где я показываю, как сделать сумочки с круглым дном. Приятного просмотра! Итак, давайте по порядку. Сначала то, что касается бисера. Это обычный китайский некалиброванный бисер. Я его сама калибрую, то есть выбираю те бисерины, которые мне хочется взять, какими я хочу работать. Я вот так вот выкидываю его на салфеточку. Беру иглу по бисеру. Вы можете взять абсолютно любую иглу. Главное, чтобы через ушко проходил бисер, который вы собираетесь набирать. Затем просто кусок обычной нитки завязываю на узелок. И затем через эту ниточку вот так вот провожу просто ту нитку, на которую вы собираетесь набирать бисер. И затем я собираю бисер, какой хочу. Как я говорила, сама я его калибрую, потому что это китайский, вы можете работать и чешским, каким хотите, но просто таким бисером получается намного быстрее работать, потому что он крупнее. Для такого бисера я беру ниточку, вот так она у меня выглядит, это немецкое производство, Грюндель фирма, мерсеризированный газированный хлопок. И тут в 100 граммах 566 метров крючком вязать 1,5 до двоечки. Я вяжу крючком 1,25 вот с такой бамбуковой ручкой. Я заказывала их на AliExpress и могу сказать только все хорошее о таких крючках, на самом деле классные. Я делала обзор на все мои крючки на моем втором канале по вязанию крючком. Если вам интересно, я оставлю ссылочку, можете перейти посмотреть. Насчет этой нитки могу сказать, она толще, чем другие производители, чем у других производителей, где написано то же самое в 100 граммах, 566 метров. Поэтому, например, для чешского бисера эта нитка толстая, то есть при работе очень много нитки проглядывается. Поэтому я бы вам советовала, в зависимости от того, какого производителя вы выбираете, просто провязать немножко, и вы поймете, подходит вам это или нет. В общем, таким образом я набираю бисер на нитку. Набираю я около метра, полутора, вот так. Много не набираю, потому что его потом постоянно приходится оттягивать вниз, и это не очень удобно. Затем вам еще необходимо выбрать застежку. Это у меня будут, конечно же, квадратные застежки, потому что на круглое у меня есть отдельное видео, и там дела обстоят немножко по-другому, вяжется все по-другому. Такие застежки бывают абсолютно разных размеров, цветов: золотые, бронзовые, серебряные. Можно их тоже посмотреть на AliExpress, можно в магазинах по рукоделию, в общем, где хотите. Единственное, что я бы вам не посоветовала брать слишком большие. Вот это, к примеру, вот так она, 7,5 сантиметров, если ее замерять, а вот так она 6 сантиметров. И это такой размерчик, знаете, сумочка получается тяжеленькая, но приятная такая тяжесть, то есть такая солидность какая-то есть в этом. Если вы возьмете еще больше, естественно, вам предстоит больше работы, и она будет, ну, достаточно тяжеленькая такая. Поэтому выбирайте по своему желанию. Вот эти расчеты, которые я вам сейчас покажу, подходят конкретно под эту сумочку, под эти размеры, под этот фермуар. И по ходу работы, по ходу вязания я вам скажу, что где изменить, чтобы подогнать заготовку под ваши размеры, более или менее. Итак, давайте приступим к вязанию. Я оставляю вот кусочек где-то, ну, скажем, 25-30 сантиметров на ваше усмотрение. Просто этим кусочком мы потом еще будем дальше работать. Затем я делаю 20 воздушных петелек, закрепляю ниточку. И провязываю 20 воздушных петель. Раз, два, три, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Теперь вот эти петельки я замыкаю в круг, в общем, соединяю последнюю с первой петелькой. Смотрю, чтобы ниточка эта не перекрутилась, вы просто аккуратненько так ее кладете, разворачиваете лицом к себе и заводим крючок в первый столбик, под первый столбик. Причем, когда вы заводите крючок, смотрите, у вас получается первая петелька вот идет по верху. Вот эта ниточка возле узелочка, это не петелька, петелька вот как бы вторая ниточка. И так как я завожу крючок по лицевой стороне, я цепляюсь не за первую, а за вторую. Это важно, иначе у вас потом просто получится на одну петельку больше, будет нехорошо. Делаю столбик без накида. Для этого я вытягиваю ниточку через первую петельку. У меня на крючке две ниточки. Я их провязываю. Получился первый столбик без накида. И вот таким вот образом, цепляясь дальше за одну ниточку, за верхнюю, за одну полупетлю, я провязываю вот эти вот 20 столбиков столбиками без накида. То есть снова вытягиваю ниточку, провязываю две ниточки вместе, столбик номер 2. И так просто отсчитайте, досчитайте до 20, у вас ряд закончится. Либо ориентируйтесь по вот этой вот длинной ниточке, где она заканчивается, там заканчивается и ряд. Вот что у меня получается. Это первая петелька следующего ряда. И с этого ряда я уже вяжу только с бисером. Теперь я хочу вам все это изобразить схематически, для того, чтобы было понятнее, о чем идет речь. У меня 20 столбиков без накида. То есть, если разделить это все напополам, у меня будет 10 с одной стороны петелек, 10 с другой стороны. Вот я их сейчас нарисую. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Можно сказать, что вот эти вот полосочки — это то, что у меня на данный момент, просто у меня тут в круглом виде, тут в таком вот прямоугольном. Теперь нам надо, чтобы дно расходилось, чтобы дно было плоским. Поэтому нам надо постоянно делать прибавки. Прибавки мы будем делать вот тут вот в уголках. Видите, вот эти вот линии, которые вот так вот изгибаются немножко — это прибавки. Вот. Чтобы их сделать, я в одну петельку провязываю не одну бисерину, как вот везде, да, вот как вот в этих плоскостях, а три. Вот, нарисуем их вот так вот, три. То есть каждый ряд у меня увеличивается на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 бисерин. И вот таким вот образом дно будет плоским, видите, единственное, что выпирает на данный момент, потому что она еще не закончена, это вот эти вот уголки, видите, вот они хорошо просматриваются, одно достаточно-таки плоское. Это значит, что в каждом ряду, пока я не дойду до нужной ширины, подходящей для этого фермуара, я буду делать вот такие расширения. В следующем ряду, да, и расширение, как бы кто вязал крючком, как будто бы по регланной линии получается. То есть всегда вот в эту центральную бисерину я буду провязывать по 3. То есть тут у меня уже будет вот так, тут будет вот так и вот так. Вот эти так и остаются. То есть тут у меня посередине 8. К ним добавляются еще 1, ну и вот еще 2. И в среднюю я всегда провязываю по 3. Может быть, вам так на схемке будет понятнее, потому что вначале, пока оно все мелкое, не очень хорошо заметно. По бокам что у нас происходит? От этой бисерины, да, уходит одна, от этой одна. Ну и, в принципе, так до тех пор, пока вы не свяжете, так, где она тут, нужной длины. Вот что у вас получается. Что можно запомнить, к примеру, то, что у вас по бокам в первом ряду будет 2 бисерины, затем на 2 больше, затем еще на 2 больше. Точно так же и тут у вас в первом ряду 8, ну вот с этими по бокам, давайте будем их считать, это будет 10, затем будет 12, 14, 16 и вот такое вот расхождение. Для чего я это говорю, если вы вдруг будете вязать и
Ну, мало ли, сбились, просчитались, отвлеклись. Вы можете их хорошенечко так вот легко пересчитать и знать, все в порядке, либо распустить и найти ошибку. Вот, по такому принципу вяжется дно. Давайте теперь это все на практике пройдем. Я оставлю листик тут и вначале буду показывать, где я нахожусь. Давайте вот это представим себе, что это просто мои вот эти вот петельки провязанные, 20 штук. Я начинаю вот с этого места, мне так проще почему-то. Смотрите, у меня первая петелька, и в нее надо провязать 3 столбика без накида с 3 бусинами. Я вяжу только с бусинами, и поэтому я уже буду говорить просто столбики. Вы будете знать, что обязательно с бисером вяжу. Завожу крючок под первую петельку, уже завожу по-нормальному, под обе половинки, то есть по-обычному. И провязываю сюда столбик без накида. Раз, сюда же два, и сюда же, конечно же, три. Смотрите, что получается. Пока не особо понятно, что получается. Дальше, это я провязала вот тут, теперь следующее, тоже 3 столбика должно быть. Вот я выбираю следующую петельку, завожу под нее крючок и провязываю 3. Раз, два, три. Дальше, провязано. Теперь у меня идут 8 столбиков без накида, одиночный, просто вот эта вот широкая часть вывязывается, вот это она. Так их и провязываю. Смотрите, что получается, провязано 3-3 под одну петельку и вот эти вот 8. Теперь я дошла до этого места, конечно же, мне надо провязать следующую петельку 3 и затем в следующую еще раз 3 столбика без накида с 3 бусинами. Я провязала эти 2 столбика. Тут, конечно, ничего особо не понятно, но теперь я нахожусь вот здесь и провязываю просто вот эти 8 столбиков без накида и дохожу до конца первого ряда. Первый ряд провязан. Теперь смотрите, тут что интересно. Я провязала 8, правильно? Вот я дошла до этих пор. У меня тут начинается первый столбик, который просто провязывается вот аналогично этому, просто вверх. А в среднюю бисерину я провязываю 3. И вот вы просто в следующую петельку, в 9-ю, то есть провязываете одну бисерину, затем в среднюю, то есть вы сейчас вот в этой вот находитесь, вот она. В нее вы провязываете 3, конечно же. Раз, два, три. Вначале, как я говорила, не пугайтесь, просто все плохо различимо, но чем дальше, тем все четче и четче будут границы у этого прямоугольника, и будет намного легче все делать. Дальше, это вы провязали. Потом смотрите, у вас тут идет одна и одна, и только в следующую вы провязываете 3. Вот я провязываю 1 столбик и 1 столбик, а в следующий провязываю 3. Смотрите, сейчас мы находимся вот в этом месте, провязано 3 вот эти вот. Затем я провязываю 12 столбиков без накида до вот этого места. В эту петельку, под эту бисерину я провязываю, конечно же, снова 3. Идет расхождение, это уголок. Затем я провязываю 1 и 1. Дохожу до вот этой бисерины, тут снова провязываю 3, снова у меня уголок. И вот сюда я провязываю 11, потому что первая уже провязана. Вот я же отсюда начинала, и вот это была первая, которую я провязала во втором ряду. Затем я провязала вот эти 3 и пошла так по кругу. Когда я дохожу до вот этой бисерины, я провязываю 1, от этой 1, от средней у меня отходят вот эти вот 3. Ну и вот так вот дальше по кругу, вот эти расхождения. Уже буквально после третьего ряда вы увидите, что что-то формируется прямоугольно подобное, и будет намного легче вязать. Я провяжу небольшой кусочек и покажу вам, что получается.
И вот таким вот образом я довязала, провязала несколько рядов, 5 рядов. Вот так это выглядит с лицевой стороны. Тут еще вот это вот открытие очень большое, такое, кажется, его невозможно будет закрыть. Но чем дальше мы будем вязать, тем ближе будут вот эти стеночки ложиться к друг дружке, их можно будет потом аккуратненько сшить. Теперь один момент вот насчет вот этой вот стороны. Я хотела еще уточнить. Может быть, я недостаточно ясно объяснила. Смотрите, что тут получается. Я вяжу по кругу без петли подъема. То есть когда-нибудь мне придется перейти на следующий ряд. И вот этот переход у меня вот с этой стороны, то есть вот эта вот сторона. Ее я себе, чтобы было проще, отметила булавочкой, вот зацепила просто с этой стороны булавку. Теперь, в чем отличие или в чем особенность такого вязания? В том, что вот эти две стороны не равны, потому что я начало делала вот по этой стороне. То есть эти две стороны не равны. Вот эти по количествам бисерин абсолютно идентичны. Это у этой стороны наращивание идет плюс 2 бисерины в каждом ряду. Тут плюс 3, грубо говоря. То есть плюс 2, как обычно, и плюс еще одна вот этот переход. То есть, чтобы мне было понятнее, потому что иногда я вяжу и вот так время от времени пересчитываю, то есть провязываю и пересчитываю, сколько бисерин я провязала, не ошиблась ли я где-нибудь. И чтобы показать себе, что вот эта сторона, где на одну бисерину больше будет, чем с другой стороны, я зацепила вот этот маркер. Я нашла себе такое решение этой проблемы, вы можете делать как хотите. Если вам так сложно, что тут на одну бисерину с этой стороны больше, чем с этой, вы можете ее просто пропустить, но желательно это делать в самом начале, чтобы это не так бросалось в глаза. Знаете, просто одну пропустить, целенаправленно, намеренно вот так это сделать. Тогда у вас стороны будут идентичны, но мне кажется, так тоже, ну, мне так проще, поэтому я делюсь этим вариантом. Я хочу обратить ваше внимание еще на один такой момент, который начинает хорошо проглядываться где-то спустя 3 провязанных ряда. Смотрите, как хорошо видны вот эти вот уголки, где вы делаете прибавки. Видите, вот они прям такие дырочки, хорошо проглядываемые. С лицевой стороны, конечно, нету никаких дырочек, но вот именно по той стороне, где нитка, очень хорошо видны вот эти вот линии. Эти линии очень хорошо помогают при прибавках, когда вы ищете, в какую же из этих всех петелек провязать прибавку. Я знаю, у меня тут все мелко, не очень хорошо заметно, но давайте я вам попробую объяснить, как проще найти вот эту вот среднюю петельку. Вот в моем случае, вот эта, которая под крючком, это средняя петелька, в нее надо делать прибавки. Если вы вот так вот посмотрите, вот в дырочку из нее выходит 1, 2, 3. Вот та, которая совсем справа, и вы не понимаете, то ли это провязанный столбик с одной бисерины, то ли они относятся к этим трем, она относится к этим трем, и она уходит всегда вот так вправо, потому что когда вяжешь по кругу все твои ряды уходят в сторону. Вот эта, которую вы сомневаетесь, в нее обязательно надо провязать только один столбик. В следующую 3. Затем вы переходите вот на эту вот короткую сторону. И тут повторяется все то же самое. Когда оно все перед глазами, это, конечно, четче видно, чем через камеру, но я надеюсь, вам понятно, что я хочу сказать. Вот тут снова 3. В какую из этих 3 провязать прибавку? Вот в эту. Она хорошо видна. Вот если смотреть в центр, да, вот из центра выходит 1, 2, 3. Вот в эту я делаю прибавку. Чем больше вы провяжете, тем четче будут проглядывать эти ряды, и вам уже не надо считать, сколько петель я тут провязала, в какую делать прибавку. Это будет все намного легче и проще заметить, увидеть просто так невооруженным глазом. Дальше. В зависимости от фермуара, конечно же, вы решаете сами, какой ширины и длины делать дно. Я когда делаю, видите, я просто опытным путем решила, что у меня должно быть по 10 бисерин с каждой стороны, чтобы
полотно более-менее равномерно разрасталось и доходило до уголков. Если же у вас другой фермуар, как бы моя главная цель, я сейчас буду вязать, конечно, это уже другой бисер, это не такой, несмотря на то, что это тот же самый сорт, он немножечко крупнее, чем тот темный кошелечек, который я вязала на бордовой нитке. Поэтому тут я буду смотреть, как только я дойду вот до края, я останавливаюсь. Даже если вот эти длинные стороны не дойдут до фермуара, меня это не особо смущает, как бы. Я смотрю, чтобы вот так я дошла по бокам, вот до краев, и тогда я начинаю просто вязать высоту. Вот давайте провяжем донышко и посмотрим, до каких краев оно у меня в этот раз дойдет. Так, я уже немножечко провязала. Давайте вот примерим, посмотрим, до каких размеров. Вот я могу сказать, что эта заготовка, это дно подошло намного больше, намного лучше под заготовку, под фермуар, чем другой вот этот темненький кошелечек. Несмотря на то, что расчеты были те же самые, я вязала тем же самым крючком, у меня тут ниточка потоньше немножко, просто вот знаете, когда цвет от цвета отличается, несмотря на то, что фирма и надписи все то же самое. И этот кошелечек я уже, ну вот это дно я вязала намного свободнее, я просто чувствовала, что мне легче и приятнее вязать. Вот это в тему про плотность вязания, потому что у каждого разные, поэтому расчеты немножко отличаются. Когда я дохожу, вот смотрите, до таких размеров, то есть я положила, разровняла, тут он немножечко еще подгибается вовнутрь, это нормально. Вот так я его прикладываю. Он подходит под дно. Все, я уже останавливаюсь. Но это конкретно я. Вы можете вязать дальше. Это получается, у вас кошелечек будет просто больше. Дно будет больше, чем сама застежка. Это тоже как вариант, знаете, очень даже неплохо выглядит. Но я делаю такой поменьше. Потом я провязываю вот так вот в высоту столько рядов, сколько хочу, и вот уже после второго ряда вы увидите, что ваше дно еще немножечко расширилось. Вот просто, несмотря на то, что вы больше не делаете никаких прибавок, полотно немножко еще расширится. Поэтому не пугайтесь, что вот оно как бы впритык, да, вот такое вот все прям тютелька в тютельку, оно еще немножечко разойдется. Когда я поднимаюсь наверх, я просто без прибавок вяжу в высоту. Вы можете сделать себе какой-то маркер, заметочку, с какого места вы начали. Ну, в принципе, тут и без этого всего хорошо видно, где вы находитесь. И ряды посчитать очень легко. Вы просто вот так вот их складываете. Вот считаете количество бисерин в одном ряду. И это столько рядов вы провязали. Связали в высоту, такую высоту, какую хотим. Но не делайте сразу все ряды, какие вы хотите. Есть один очень важный момент, на который необходимо обратить внимание. Если вы замеряете вот так вот фермуар по периметру, я прикладываю вот так вот метр именно по изнанке, то есть наверх, доходя практически до вот этих дырочек, где будет все пришиваться, то есть вот именно по изнанке меряете. У вас будет одна величина. Когда вы измеряете сумочку, у вас она будет чуть-чуть больше. На сантиметр, на полтора, на два. Вот, к примеру, я замеряла вот эту вот стальную такую. Фермуар тут 24,5 сантиметра я его замерила. Сумочка 26,5 сантиметра. То есть на 2 сантиметра больше. И это нормально. Это, знаете, она будет такая пухленькая. Чем больше вы делаете дно по отношению к фермуару, тем пухлее ваша сумочка. Плохо будет, если у вас вот эта величина будет меньше этой. Это значит, вы не сможете ее пришить, она не подходит. Это не то. Где-то вы ошиблись, где-то вы что-то сделали не так, и, скорее всего, в самом начале у вас дно маленькое. Теперь, как убрать вот эти 2 сантиметра, которые тут мешают? Что с ними сделать? Я делаю это таким образом. Я знаю, что она на 2 сантиметра больше, чем застежка. Прикладываю метр. Смотрю, в 2 сантиметрах сколько у меня бисерин? 1, 2, 3, 4. 8 бисерин. Считаю, сколько у меня бисерин в самой сумочке. У нас у каждого будет разное количество, правда ведь? Предположим, тут у меня 80 штук.
я делю 80 на 8, которые я должна убрать. У меня остается 10. Это значит, что каждое десятое лишнее, каждую десятую я должна убрать. Вот. Но убираю я не каждую десятую, а убираю я первую, а провязываю затем еще 9 штучек. Мне легче убирать в начале, а вы уже делайте, как вам удобно. Вот тут я остановилась. Одну петельку с бисериной я пропускаю, а в следующую провязываю и считаю обязательно. Вот это будет раз, который я пропускаю и не провязываю. Вот это будет два. В нее я провязываю как обычно. Ниточка, бисер, все как обычно. Это будет два. Затем три, четыре, пять. Ну и, в общем, считаю так до 10. Досчитала я до 10. Потом снова одну петельку пропускаю, провязываю в следующую. И снова отсчитываю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Досчитала до 10. И так по кругу. Таким образом вы равномерно уменьшите количество бисера в сумочке. Потом будет очень хорошо, если у вас получится провязать еще один ряд уже... Просто, знаете, вы в одном ряду уменьшили, у вас бисерины, ну как, вы увидите, как ряды, в общем, вам не хватает бисерины в ряду, и это будет немножечко заметно. И было бы хорошо, чтобы вы провязали просто один ряд, но знаете, как сглаживает переход, красивее получается. Вот тут я делала такое. То есть, если вы смотрите, у вас вот так идет ряд, ряд. А тут как бы два, и над ними только одна бисерина. Вот это то место, где я пропустила. Теперь я провязываю еще один ряд, просто чтобы сгладить это, просто чтобы это красивее выглядело. Так, с сумочками разобрались. Когда вы уже вот провязали эту высоту, затем я провязываю и сделала вот все эти убавки, все-все-все сделала. Я провязываю просто три ряда. Ну, конкретно в моем случае, я потом покажу, от чего зависит количество провязанных рядов. Вот я их провязываю просто без бисера. Это будет тот материал, который мы спрячем в фермуар, и будем за этот материал пришивать сумочку к фермуару. Когда я провязываю вот эти вот ряды, на что я очень обращаю внимание, так это на то, чтобы не стягивать нитку. Потому что вот эти вот ряды, где нет бисера, вот их ну прям так и хочется вязать немножко поплотнее, что ли. Ну и, конечно же, не стоит стягивать сильно, не вязать в то же время слишком свободно, потому что от этого, от того, как вы вяжете, снова зависит от того, подойдет ли вот эта верхняя часть под фермуар, да или нет. Вне зависимости от того, у вас сумочка с квадратным или с круглым дном. Вот такие я показывала в моем предыдущем видео, тоже, которое было, вышло давненько уже. И еще что я хотела сказать. Конечно, ну как в моем представлении, под круглые, под круглое дно подходит круглый фермуар, да, под квадратное дно подходит квадратный фермуар, но не будет, не произойдет конца света, если вы их вот так вот соедините. В общем, подберете под квадратный фермуар круглую сумочку, пришьете, у вас просто, ну как оно, просто будет по-другому выглядеть. Вы видели, как выглядят сумочки с круглым дном на круглом фермуаре, это будет по-другому выглядеть. И вы, естественно, делаете так, как вам нравится, как вы считаете проще вам сделать. В общем, все зависит от вашего желания. Единственное, что тут тоже вот этот вот периметр должен будет равняться периметру сумочки. Вот. Теперь еще один момент, какой высоты должна быть сумочка. Я вяжу сумочки, смотрите, просто прикладываю фермуар, и вот минимум должен фермуар доходить до пола. Конечно, чем больше вы ставите, чем больше вы провяжете, тем больше будет ваша сумочка в первую очередь, и тем легче будет его потом пришивать. Потому что если вы вот так вот прям впритык-впритык все пришьете, во-первых, очень тяжело пришивать, во-вторых, тоже не очень легко открывать. А так все-таки у вас тут больше места есть, где
можно будет развернуться. Дальше, когда вы заканчиваете ряд, все, вы уже определились с количеством рядов. Вот у меня тут, по-моему, что-то около 22 рядов. Сейчас посчитаем. Так, где тут были последние прибавки? Вот они. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два. В общем, почти 23 ряда. Вот это 23-й ряд. У меня тут провязано. Хотите знать его общую длину? Сейчас замеряем. Это 5 сантиметров, почти 5,5 сантиметров. Там 5 сантиметров и 2-3 миллиметра. Вот так. Такая вот его высота. Теперь еще один момент. Когда вы заканчиваете там, где у вас будет вот эта вот часть. Смотрите, у вас вот тут такое расстояние. Вот на любом расстоянии, где вы хотите, останавливаетесь, но не где-то посередине под железкой вот этой. Будет нелегко спрятать бисерину, и будет заметен этот переход. Тут сбоку это вообще не будет бросаться в глаза. Еще один момент, который я не упомянула, это как присоединять нитку. Итак, как добавить ниточку? Предположим, вы вязали, у вас закончился бисер. У меня на самом деле осталось еще совсем немного, и скоро мне придется его добавлять. Ну вот вы вязали, и вот у вас на крючке петелька, обычная петелька. Вы ее вытягиваете чуть-чуть подлиннее и разрезаете ниточки. Теперь на эту нитку от мотка вы набираете снова 1,5-2 метра бисера. Я уже об этом говорила в начале, не буду на этом останавливаться. Завожу крючок под обе вот эти петельки. Смотрите, вот одна и вторая. То есть под те петельки, через которые выходит вот эта вот обрезанная ниточка. Вот. Под вторую заводить немножко тяжелее крючок, но в том случае, если вы затянули, как я сейчас. Затем я беру вот эту нитку с набранным бисером и затягиваю ее просто вот так вот петелькой, как будто бы я провязываю эти две ниточки еще раз. Эта нитка остается новая с одной стороны, старая с другой стороны. Их можно связать, то есть я их связываю на два узелка, видите, вот так. И затем одну сторону прикладываю, провязываю ее вместе с бисером. Когда я вяжу, потом вот так вот иду по этой стороне, прикладываю ниточку в эту сторону, естественно, и тоже ее провязываю. Где-то 6-10 бисерин вот так вот я провязываю вместе с ниточкой. Вот что происходит. И вы можете добавлять их 150 раз в вашей работе. Это не сильно видно. Ну вот, к примеру, тут давайте поищем, где я тут добавляла. Вот, смотрите, видите, что остается? Просто маленький такой холмик. Это два узелка. И нитки потом я ввязываю в одну сторону и в другую сторону. Если вы знаете, где, вы можете это увидеть. Все остальные невооруженным глазом таким не увидят. Видите, вот тут тоже даже это не... Вот узелочек. Эту ниточку я просто потом подрежу, и все. И это вот хвостик, который я подрезала, когда ввязывала ниточку. Вот и все. И это не портит работы, как вы видите. То есть, если вы вот так вот посмотрите, будете там что-то доставать, вы даже не увидите, где эти места находятся. Вот я провязала эти три ряда, вот так это все выглядит. В конце я делаю просто соединительную петлю для того, чтобы выровнять край, ну, просто сгладить его. Для соединительной петли я завожу крючок, как обычно, под столбик, вытягиваю ниточку и протягиваю ее сразу через ту петельку, через ту ниточку, которая у меня на крючке. Затем одна воздушная петелька и вытягиваю нитку. Я ее уже предварительно, конечно, отрезала. Тут такой кусок около 50-60 сантиметров. В общем, я люблю, когда остается. Я ужасно не люблю добавлять. Кстати, насчет того, какой длины должен быть вот этот кусочек, вы должны его поместить то есть в фермуар, вот так вовнутрь. С лицевой стороны вы заводите этот кусок только до бисера, то есть сам бисер остается, доходит только до застежки, только до фермуара. Если вы провяжете очень мало рядов, то есть так, чтобы вот хватило буквально только пришить, то
он у вас вот так вот будет отгибаться, знаете, будет выпячиваться наружу, будет некрасиво. Поэтому всегда лучше немножко подлиннее его провязать. Вот так. Теперь я выравниваю все. Самое сложное — это, конечно же, начать. Поэтому можете приколоть булавочками, прихватить сначала все просто леской. В общем, как вам удобно. Во всяком случае, эти уголки и вот эти от фермуара должны по возможности совпасть. И таким вот образом, в общем, пришивая все через край или как вам нравится, всякими возможными вариантами, вы присоединяете кошелечек к фермуару. Видите, у меня вот эта бусина заканчивается как раз там, где застежка, вот где ряд начинается, и она не будет не мешать, она не будет, ее не будет сильно заметно, в общем, то, что надо. Смотрите, что у меня получается. Я пришила. Не могу сказать, что это тяжело, просто это надо постоянно аккуратно, внимательно смотреть. Да, и самое главное, что я забыла, это показать, как сшивать дно. Сейчас я тут провязала оставшийся бисер и покажу это. А насчет сшивания, смотрите, вот так оно закрывается. Получается вот такой вот саквояжик, такая сумочка квадратная. Конечно, если такое доставать, все очень удобно, все хорошо видно. Тут я не обрезала, хотела показать, что я сделала пару узелков и спрятала, провела ниточку туда, потом сюда. В общем, сейчас ее обрезаю. Несмотря на то, что я тут провязала уже, по-моему, 2,5 ряда. Без прибавок это дно все равно увеличилось немножко в размере, то есть оно расширилось. Это то, о чем я говорила раньше. Видите, вот такое вот оно получается. И тут вот эти ниточки, которые остались от узелка, которые я просто ввязала потом по ходу работы в столбики. Сейчас перейдем к дну. Я забыла сказать, как его сшить. Забыла сказать это раньше. Сделаем это сейчас. Вначале я вывожу ниточку на лицевую сторону. Для того, чтобы сшить вот это отверстие, я делаю следующее. Вывела нитку на лицевую сторону и завожу иголочку в дырочки, которые образуются вот от столбиков с бисером. Видите, вот эти вот они. То есть я не втыкаю иголку куда-нибудь, а вот именно в те отверстия, которые остались от столбиков, от вот этих первых столбиков с бисером. Завожу иголочку под одну бисерину, вывожу под другой, вытягиваю с другой стороны то же самое. Под одну завожу, из-под другой вывожу, затягиваю. И так до конца этого ряда. В итоге я потом завожу иголочку на изнанку, делаю несколько узелков и прячу нитку. Как я уже сказала, получается вот такой вот шов в готовом изделии. Ну, это мало чем отличается от этого шва. Но мне кажется, это не портит работу. И особенно, что мне больше всего нравится, когда ты закрываешь сумочку, кошелечек, уголки напротив уголков. Это так красиво смотрится, мне очень нравится. По бокам вот так это выглядит. Вот. На этом все. Спасибо за внимание. Как будут выглядеть готовые работы вот эта и эта сумочка, вы сможете посмотреть у меня на Instagram. Туда я загружу готовые варианты. И на этом все. Спасибо за внимание. Пока-пока.